Второй рейд провела общественная организация «Хрюши против». Напомним, это новое движение борется с некачественным обслуживанием в магазинах в нескольких регионах России. Апатитские волонтеры в этот раз приехали в один из магазинов Кировска. Активными наблюдателями стали наши корреспонденты. Подробности в репортаже Ольги Батуриной и Владимира Леницкого. После первой ревизии, наделавшей шуму вокруг магазина «Семья», ряды волонтеров пополнились. О месте следующей проверки на просрочку так называемые «Хрюши» сообщают в день рейда. Предварительная информация скрыта от большинства. Главная задача – чистота проведения очередной контрольной закупки. Пятница, 12 часов дня, магазин «Дикси» в центре Кировска. Пожалуйста, 29-12 было выпущено. Срок годности? 40 суток. 40 суток. Считаем. Как раз. Первым уловом «Хрюш» оказалась, как ни странно, рыбка красная. Ребята смотрят не только на срок годности, но и на условия хранения продуктов и наличие необходимых маркировок. Следом за форелью нашли партию просроченных йогуртов. В отделе колбасных изделий, где по опыту волонтеров больше всего находок, все чисто. Встреча местных ревизора с продавцами оказалась вежливой и за рамки приличий не вышла. Даже к нашей камере отнеслись с терпением и пониманием. Есть культура в сетевых магазинах. Финал проверки – встреча с дирекцией магазина. Мы хотим вас обрадовать. В вашем магазине очень мало просрочки по сравнению с остальными. Да, видно, что вы следите, но все равно мы человеческий фактор. Да, без улова не остались. То есть вот тут буквально рыбы немножко мы нашли у вас. Просроченные йогурты. И вот здесь вот мы не нашли срока годности. Все просроченные продукты были немедленно уничтожены. За проверкой наблюдали покупатели. За камерой они сказали, что такие проверки городу нужны. Чтобы люди знали, в каком магазине их травят, скажем так, в каком магазине люди работают хорошо и следят за сроками своей продукции. Раз в две недели примерно будут проводиться, может быть и чаще. А так мы сами ходим, проверяем магазины. Если какой-то магазин найдем с явными нарушениями сроком годности, то обязательно туда придем вне срока наших проверок, то есть будем чаще проверять. Второй продуктовый рейд общественного движения «Хрюши против» навел меньше шороху, чем первый. Но «Хрюши» просят не расслабляться, ведь борьба за качество продолжается. Какой магазин будет следующим? Пока монтировался наш сюжет, волонтеры движения «Хрюши против» провели еще один рейд в магазине «Семья» на улице Олимпийской. Итог проверки – две корзины просрочки. Всем, кто хочет присоединиться к движению за качество продукции в наших магазинах, обращайтесь к организаторам в группе ВКонтакте.